Ремонтные работы – важное и полезное дело для развития инфраструктуры города. Однако процесс обновления зачастую требует времени и нередко создает накладки. Последствия реконструкции трассы вблизи микрорайона Пироговский практически с самого утра отобразились на дорогах округа. На дорогах затор, а водители в смятении. На Осташковском шоссе изменилась схема движения на время строительства Мытищинской хорды. Для многих жителей это стало неприятной новостью. Сегодня просто катастрофа. Притом сейчас не утренние часы, а пробка не уменьшается. Тут же с нескольких ЖК сразу втыкаются люди друг в дружку. Ну, как обычно, поехал на работу в Москву. Еще вот практически от Пирогова началась пробка. Вот сегодня я, получается, на работу на час уже опоздаю. Сейчас строители проводят реконструкцию шоссе с устройством одностороннего движения и ливневой канализации. Рабочие прикрыли участок Осташковского шоссе от улицы Центральной в деревне Погорелки до поворота к подъезду ЖК «Императорские Мытищи» и дублера трассы в районе СНТ «Виктория». В настоящий момент подрядчики устанавливают дополнительные технические средства организации дорожного потока. Доустановят также все средства навигации, чтобы наши жители не терялись по пути и понимали, в каком направлении им двигаться, чтобы уехать либо в Москву, либо на Афанасьевское шоссе, либо в сторону Мытищ. В ближайшее время будет составлен план с односторонним движением в сторону Москвы и ЖК «Императорские Мытищи». А затем организован второй проезд из еще одного жилищного комплекса – «Мытищи Лайт». В Министерстве транспорта отмечают, что перекрытие дороги и временная схема будут действовать до 15 сентября, а полностью завершить работы они планируют к концу 2024 года. Строительство трассы позволит улучшить ситуацию по данному направлению. А пока жителям придется набраться терпения.